Прокатное производство, в принципе, у нас
представлены одним штаммом 550, который перекатывает заготовку собственного производства, остальную заготовку мы поставляем в киевский филиал, где дальше она производится. Либо катанка идет толщиной 5,5 до 8 мм, либо это арматура, либо это сортовой металл. Завод – это агротообразующая мощность, около 5000 работает, до недавнего времени работало 6000, вот сейчас в районе 5000. Сложности, понятно, возникли в последнее время, но тем не менее мы начинаем развиваться. Мы с июня уже начали, запустили ТЭЦ ПВС, котлы ВКЗ. Вот 30-го мы создали предпосылки для работы блока линда, который вырабатывает кислород, гелий, аргон и дает сжатый воздух для производства. Мы подали с воскресенья уже алкогенный кислород ЦК завода и... С третьей стороны, конечно, живые выпускники. И сначала я хочу, с вашего разрешения, поблагодарить администрацию училища за то, что они выпускают высококвалифицированных специалистов. У нас на предприятии таких специалистов 140, которые закончили ваше училище. Четверо из них мастера. Это на сегодняшний день. От лица администрации хочу такой памятный знак вам вручить. Сварщика, вот как сказали представители завода, что будет вам за это доплата.
Ну, хочется пригласить, чтобы ребята пошли учиться к нам. Мы хотим их позвать на механиков. У нас есть очное отделение и заочное. Обучение будет составлять 2,5 года, на заочном 3, получается. Те, кто будет на очном, стипендия у нас на механика 1800. Если это отличник, то это 200 у нас. Также у нас в техникуме очень развита кружковая работа. Есть куча кружков в разных направлениях. У нас хор есть, даже если кто там себя поет, может себя проявить в этом стиле. Но один из лучших хоров в республике у нас. Бывший директор его очень хорошо развил, и дети выступают, у нас куча грамот, заслуг по этому всему. Но хочу еще раз обратиться к студентам, что мы хотели бы вас видеть бы, у нас, чтобы вы принесли документы к нам, и 1 сентября приступили к обучению. Чтобы вы повысили свою специальность, уровнем, разрядом, и в дальнейшем, чтобы вы могли работать также вот на металлзаводе. Но специальность механика не дает вам работы только на одном предприятии, там, на металлзаводе, к примеру, да? Оно охватит кучу предприятий. Так же самое, это и коксохимическое производство, это и водоканал, и ЖЭК, и молокозавод, мясокомбинат. Чтобы вы понимали, профессия механик, она широко востребована. Ну что могу еще добавить? Я жду вас у нас, приходите, у нас хороший коллектив, лояльные, нормальные преподаватели. Будем рады вас видеть. Спасибо. Сделаем свой следующий шаг, и все мы их увидим в будущем успешными и востребованными специалистами. А мы продолжаем проект «Дом 44». И немножечко памяти своей. Начинаем ваших страниц календаря и 1 сентября 2018 года. Это был первый день их обучения в училище. На проект «Дом 44» пришли 37 новых человек. Это 5 девушек и 32 юноши. С чем же они пожаловали? С чем собираются строить отношения? И какие? Давайте узнаем у экспертов. Эксперты. Татьяна Федоровна Филипенко. Под ваши аплодисменты! Да, действительно. В 2018 году пришли такие робкие, неуверенные в себе дети. И за эти 3 года мы видим, кого они выросли, превратились. Уверенными в себе стали. Очень много сил отдали нашему училищу. Так, невзирая на то, что мы сколько сил им отдали, но представляете, как трудились они для того, чтобы внести свой вклад в наше училище и для того, чтобы получить образование. Дорогие ребята, хочу вам сейчас предложить, оглянитесь немножко назад. Вспомните, какими вы были, и посмотрите, какими вы стали. Вы научились верить в себя, вы стали более уверенными. Некоторые даже уже свои семьи имеют. И мы очень рады, что когда-то вы сделали выбор в пользу нашего учебного заведения. Мы очень рады, что вы все эти 3 года не разочаровались в этом и дошли до конца. И поэтому я хочу вам пожелать. Вот пусть все ваши желания исполняются, пусть все намеченные ваши планы будут достигнуты, пусть будет все так, как вам хочется. В жизни будут какие-то неприятные моменты, но пусть их будет как можно меньше. Вспоминайте почаще о нас, а мы-то у вас точно не забудем. Уважаемые выпускники, поздравляю вас с большим и важным достижением в жизни, с окончанием Государственного профессионального образовательного учреждения Енакинское профессионально-техническое горное училище. Я желаю вам найти свое место в жизни и посвятить себя любимому делу, которое будет приносить вам не только доход, но и удовольствие от процесса. Достигать всех целей и покорить намеченные вершины.
лететь навстречу мечте и оставаться всегда счастливыми и жизнерадостными людьми. Счастья вам, любви, благословности, фортуны, светлого и самодостаточного будущего. Вы не студенты, а вы выпускники. Пускай повсюду на пути хранит вас Бог. Мы в жизнь большую отпускаем вас сейчас. Пришла пора расправить крылья. В добрый час! Директор по учебно-воспитательной работе. А? Ну, участники проекта. Переживали я. Увидели товарные, но впервые они сразу поняли, что юное сердце уже открыто. На встрече группа 4 и 5. А как это было? Смотрим. Саша, я тебя люблю. Тамара Андреевна. Это, наверное, мама. Это если мама не Саня! Офигеть. Саша, я тебя люблю. Тамара Андреевна, люблю. Любовь – это такая страшная штука. Вот что ты любишь? Вот что ты любишь? Вот давай. Варить. А, варить. Так вот, Саша, любовь – это когда горелка тебе в щеку горячая бабах! А, Саня, да, это любовь, это любовь, да, Саня. А вот смотри, а что ты, Саня, любишь еще? Детективы читать люблю. Детективы читать люблю. Так вот, Саня, любовь – это когда из оружие 45-го калибра тебе в живот после ужина, баба! Вот, Саня, а что ты любишь еще? Картошку, да. Жареную картошку. Так вот она возьмет тебя, Саня, вот так в руку, снимет шкурку острым ножичком и кинет тебя! Испугался, да? Испугался? Я... Да пусть она меня сама боится. Тамара, вы знаете, мы вас тоже любим. И пусть ей будет страшно. Пусть ей будет страшно, да? И всем в зале, после того, как они узнают, что ее любят. Все, училище. А в ее лице всем преподавателям. Важно, что я их люблю. Вот сидит, извините, сейчас я возьму себя в руки, все будет в порядке. Вот сидит четвертая группа. Пришли, ну, такие тихие коробушки, знаете, на уроках сидели, что-то слушали, что-то отвечали. Что-то не отвечали, в основном не отвечали. Как всегда. Потом потихоньку стали баловаться, ходить стали меньше. Потом стали повзрослее, конспект перестали писать. Потом вообще взрослыми стали, уже и совсем не очень стали ходить. Но все равно у них осталось вот чувство группы четвертой. Вот они, я не знаю, пятая группа у нас была, сборная группа. А четвертая – одни мальчишки. И в этой группе было приятно работать, потому что эти мальчишки – работающие мальчишки. Ну что, Елена Ивановна, да? Татьяна Валентиновна, ну правда же, это работающая группа. Так вот, ребята, пусть вам в жизни и дальше везет, везет, потому что вы, ну, хорошие, вы самые лучшие, вы работающие, вы с головой на плечах. Вы, если так честно, ну, я не знаю. Я, например, с вами ни с кем не ссорилась. Да и у нас и остальных инцидентов таких, что четвертая группа или пятая группа нахамили кому-то или еще что-то. У нас такого не было за 3 года. Поэтому пусть везет.
Ну, пятая любимая, ну куда ты вас денешься? Безрука, ну Мишу я тебя хотя на уроках и не видела часто. Ну запомнишься ты все равно, Санек, и ты запомнишься надолго-надолго. Да, Женя, ну куда ты? Ой, ребята, просто выпуск это когда от сердца отрывается как кусочек. Кусочек своего сердца отдаю. И мы, поверьте, рады всегда, когда у вас все складывается хорошо. Правда, когда услышишь, что где-то было там хорошая работа, замуж удачно вышла, деточки родились, мы правда за вас искренне рады. И искренне вам хотим, вот я искренне хочу, чтобы у вас все сложилось. Ведь у вас только начало, это ваша жизнь, понимаете? Ваша, ничья. И вам ее нужно построить. Вот я вам знаю, что вы ее построили, ну, без ошибок не бывает. Не ошибается тот, кто ничего не делает и ничего не пытается. Ошибки будут, но вы постарайтесь с ними справляться и взмахнув на все идти, как вы обычно это делаете. Да, нам все равно. И смело идти по жизни. Добрый день. Проекте.
дом 44, настало время все-таки выяснить некоторые моменты по традиции. Мы, пронаблюдали за поведением всех участников, обсудили их внешний вид, проверили, как они построили отношения с отдельно взятыми предметами и профессией в целом. И пришло время каждому из участников проекта задать себе главный вопрос. Для чего я иду во взрослую жизнь? И для чего мы все на свете живем? Мы с тобою на свете живем. Для того, чтоб гулять под ночным дождем. Для того, чтобы однажды с утра солнце ранним утром распахнуть, и на мир улыбнувшись вернусь, и сказать за твой лучший вчера. Вырос продюсер проекта «Лига Крученища» Татьяна Анатольевна Гаимина.
собой. Турчинская Татьяна Олеговича.
Ласковых слов и уважения и благодарности. Дорогие наши,
Очень добрый взгляд, согревать тепло.